С наступающим всех, с наступающим здоровьем вам. Пусть все старые беды уходят в старом году, а новые приходят и хорошие, и добрые. Мы вас всех любим. Друзья, добрый день. Ну, сегодня суббота, у нас по традиции стрим, но хочу опять извиниться. Сегодня у меня не получается побыть с вами на стриме. Перенесем, давайте опять на завтра, на воскресенье. Надеюсь, все будет хорошо. Меня братик двоюродный пригласил на день рождения. Ведь не часто так... А? Не поняла, что Дима сказал два раза. Ну, в общем, в воскресенье встретимся. Бабушка к нам на два дня приехала. Она тоже будет на стриме. А я уеду вот после обеда. Давали срочно надо. Вот бабушка. Говорит, я на два дня, говорит, приеду. А ну, все так равно нужно бабушке, да бабушке Вале. Ну, вот такая непоседючая бабушка у нас. Ну, еще раз извиняюсь. Встретимся завтра, друзья. До свидания, до новых встреч.